Изначально эту светлую идею, а именно очистить от мусора берега реки Борзовка в Ленинском районе, предложили участницы Нижегородского парада блондинок. Кто не знал, такой в Нижнем Новгороде есть. Очень отрадно, что различные группы нижегородцев по интересам откликаются на инициативу министерства по очистке малых рек Нижнего Новгорода от мусора. Мы не могли не откликнуться на такой призыв. Очень хорошо, что вот объединение блондинок вышло с такой инициативой. Они сами выбрали место, время, и мы, конечно, тоже с удовольствием поучаствуем в этом мероприятии на благо нашего города. По мосту через реку ежедневно проходят сотни жителей Ленинского района. И кажется, что именно с моста в реку вместо урн некоторые недобросовестные граждане бросают свой мусор. Зрелище, согласитесь, прискорбное. Добровольцы проводят здесь субботники и довольно часто. Но через какое-то время река и берег вновь захламлены. Акции «Блондинки за чистые берега» ее организаторы хотели привлечь внимание к проблеме прежде всего безответственного отношения к экологии. Субботник проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология». Когда я получила задание участвовать в этой съемке, даже не удивилась, еще бы с моим-то цветом волос. Но уже здесь, на месте, около реки Борзовка, стало понятно, что в акции принимают участие не только блондинки, но и брюнетки, шатенки, все, кто неравнодушен к экологическим проблемам. В итоге светловолосых единицы. Зато к акции присоединились представители сильного пола и просто прохожие. Ольга Гончарова также подключилась к процессу, причем вместе с дочерью. Нужно начать с нашего менталитета, во-первых. Действительно, приучать с малых лет, чтобы мусор не выбрасывали. А все-таки выбрасывали в урну, несли домой, там выбрасывали. Стоит отметить, мусор уже по традиции собирается по разным пакетам. Пластик в синий, обычные бытовые отходы в черные. Дело в том, что пластик затем будет отправлен на переработку. И пакетов с таким мусором, как правило, много. Только за пару часов работы добровольцам удалось собрать несколько десятков мешков с мусором. Берегите природу, не бросайте мусор. Наталья Лисова, Владимир Гайдай. Время новостей.